Действующая чемпионка мира, сильнейшая фигуристка планеты Евгения Медведева закрывает программу произвольных выступлений на этапе Гран-при Канады 2016-2017 годов. Медведева лидер после исполнения короткой программы, и сейчас перед ней стоит очень непростая задача набрать больше Осмонд, которая первой в нынешнем сезоне на турнирах серии Гран-при преодолела отметку в 200 баллов за две программы и, насколько я помню, стала 15-й спортсменкой всего в истории, который покорился этот рубеж. 200 за две программы. Медведева на льду. Thank you.
пробирает до глубины души. Совершенно потрясающая программа. Две восхитительные программы в этом году поставили Евгения Медведева и Илья Авербух, как короткую, так и произвольную. Можно сколько угодно говорить о каких-то, может быть, рискованных или сложных темах, но нельзя не отметить, что нужно обладать определенной доблестью, смелостью, чтобы, во-первых, за эти темы взяться, а во-вторых, еще и очень большим мастерством, чтобы их раскрыть. Это мастерство, естественно, как самой фигуристки, так и постановщика, так и тренеров, которые входят в ее тренерский штаб. Восхитительное, до глубины души пробирающее катание, потрясающей программы. Ну, и я думаю, что ни у кого не остается сомнений, кто по-прежнему сейчас номер один. При желании, конечно, можно придраться к каким-то мелким помаркам, но они настолько несущественные, что никак не могут повлиять на результат этого тура. Ну, я думаю, что и нету особого смысла сейчас как-то обсуждать вот именно прыжки, элементы. И, на мой взгляд, это было все очень здорово. Я до сих пор под впечатлением от этой программы. И, ну, не стал до выступления говорить о ней ничего, чтобы каждый мог посмотреть и сам понять, о чем она, и, может быть, как бы для себя что-то конкретное в этом увидеть. Вообще, насколько я знаю, программа посвящена жертвам терактов, которые, к сожалению, происходят иногда в нашем мире. И опять уже вот вторую программу, да, очень четкая история прослеживается с самого начала, как героиня сначала провожает кого-то в аэропорту, потом что-то происходит, и вот в конце мы видим такой открытый финал. Будем надеяться, что для каждого он свой, для меня хороший. Ну, а финал этого турнира в соревнованиях среди женщин для нас хороший определенно. Евгения Медведева набирает за 144 балла за свой произвольный прокат, 220 с лишним. Сейчас ее сумма после короткой и произвольной программы. Естественно, она выигрывает эти соревнования, причем выигрывает с таким солидным превосходством над соперницами. К сожалению, не удалось удержаться в тройке сильнейших Елизавете Туктамышевой. Она четвертая вслед за Кейтлин Осмонд и Сатока Мияхарой. Отставание совсем небольшое, 4 балла, но разница между третьим и четвертым местом в данной ситуации очень существенна. Вместе с вами эти соревнования смотрели Александр Гришин и Федор Климов. Результат нас, безусловно, порадовал. Будем надеяться, что и остальные спортсмены в других видах не подведут.